Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Сварил я эту ракетную печь, потратил день, не знаю как это. Вот, здесь упор сделал, только сейчас плохие электроды Ресанта. Отвратительно, ни хрена не варится, блин. Белорусские нормально варятся, они у меня кончились. А Ресанта такое дерьмо, ни хрена не варится. Даже электрод не могу зажечь. Вот, значит, профильная труба 80 на 80. Там колосники сделал, так и видно. Прорези. Вот. Ну, там приварил только с одной стороны. Будут туда сыпаться, это, поддувало. Вот, здесь профильная труба такая. Вот, здесь это заварил я там. Короче, все сделал. Чики-пики. Ну вот здесь у меня были такие куски. Думаю, что лежат. Сделаю упор хотя бы. Будет упор. То есть не на земле будет. Вот. А сюда будет высыпаться эта самая зола. Вот. Здесь я прорезал так это. И вот арматуру наварил. Ну, чтобы сковородку можно класть будет. Но здесь можно еще кусочек тоже приварить, какую-то штуку, чтобы квадратик такой был. Ну, короче, потратил практически целый день. Днем, ну, пришел сосед, говорит, трубу свари. Ну, я там верстак разобрал, думаю, что лежит, лежит профильная труба. Я 2 метра покупал вчера. Думаю, дай-ка я это, забацаю эту, блин, здесь еще вишня мешает, эту печку ракетную. Вот, ну и сделал вот. Завтра буду испытывать. Красить я не буду. Черной краской некоторые красят. Все равно обгорит, блин. Вот, посмотрим, как она здесь работать будет. Вот, попробуем завтра. Вот, здесь я срезал кое-как. Можно неровно. Ну и как я все заварил там. Мухи появились мелкие. Заразы кусают. То май, комаров было полно. Теперь лето началось. Мелкая мошня. Кусает прям в голову. Кусает, гады, блин. Вот, такую сделал ракетную эту установку. Печку. О. Подписывайся на мой канал. Вот, была мечта такая. Всю зиму, думаю, сделаю. Получится, у меня не получится. Не знаю, как. Правильно я сделал, неправильно. Но я здесь не стал перегородку делать. Некоторые разрезают, потом этот. Ну и нахрен. Пойдет и так. Потом этот надо сделать. Ну, здесь у меня такой железки нету. Кусочек так, чтобы закрывался можно. Чтобы закрывался. А вот сделать вот такую, чтобы тяга туда шла. А, в принципе, а поддув-то идет снизу, правильно. В принципе, можно закрывалку сделать, дров туда напихать. Вот такая штукенция у меня получилась. Блин, еще слива, это вишня здесь загораживает. А здесь у нас 60 сантиметров. То есть, ну, я метровую купил. Вот здесь, наверное, сантиметров 30, наверное, скорее всего. Было 40. Потом здесь я вырезал вот так вот. Вот так вырезал, подошву сделал, чтобы подошву там заварить. Вот. Спасибо за просмотр, с вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока.